Общественные инициативы и миссия церкви в области религиозного туризма и паломничества. Этой теме был посвящен круглый стол в рамках 27-х международных рождественских образовательных чтений, который прошел в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, рассказывает Эльвира Гордеева. Религиозный туризм и паломничество. Путешествие с познавательными целями в первом случае и религиозное поклонение святыням во втором. Как сочетать в этом случае интересы пилигримов? А кроме того, как правильно организовать их прием, экскурсионное обслуживание, где находить источники проектного финансирования и развития туризма, как продвигать религиозный и историко-познавательный туризм, создавать туристический интерес. Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения экспертного сообщества и сотрудников епархиальных миссионерских отделов Русской Православной Церкви. В конкретных туристических актах, если угодно, поездках, трудно иногда разделить аспекты паломничества, аспекты религиозные, историко-культурные. И эти, казалось бы, теоретические вопросы, он имеет очень четкое практическое значение, и нам следует обсудить. Здесь нет противостояния, здесь есть, должно быть, сотрудничество. Темы, вынесенные на обсуждение круглого стола, заслушивались в виде докладов, подготовленных экспертами. Затем каждый из присутствующих в зале мог поделиться своим опытом организации миссионерских поездок, паломнических маршрутов, привлечением туристов в труднодоступные, а порой малоизвестные святые обители, коих в России великое множество. Взять хотя бы Никола-Сольбинский монастырь, что в Ярославских лесах, в 70 километрах от цивилизации. Мы пытаемся понять, что интересно современному человеку, что ищет молодежь, что ищут семьи, что хотят, что необходимо для детей. Мы с сестрами обсуждаем эти вопросы и понимаем, что люди с большим интересом тянутся к святыне, тянутся к живому слову. А вот тут уже важную роль должны сыграть подготовленные кадры. Юрий Минулин, представляющий комиссию по религиозному туризму, посетовал на то, что далеко не все туроператоры и паломнические центры готовы к качественному сопровождению групп по святым местам, как, например, происходит в Екатеринбурге. Особенно, если эти группы иностранных граждан. Замечательно принимают, когда есть подготовленные кадры, принимают в монастыре на Аганиной Яме, потому что у них знают язык. Они, кстати говоря, говорят на английском, немецком, французском и привлекают к себе тех, кто в Екатеринбурге живет. Также на заседании шла речь о грантовых проектах, сервисной инфраструктуре, информировании туристов и многих других аспектах. В числе организаторов круглого стола были Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский университет туризма и сервиса, Синодальный миссионерский отдел, Научно-образовательная теологическая ассоциация, Федеральное агентство по туризму.